Ну что, ребятки, всем привет! Меня зовут Андрей, вы на канале DJs Гости, и сегодня я к вам опять с тек-новостями. Ну что ж, давайте не будем тянуть. Погнали! И первая новость — Альфа Тета, материнская компания Pioneer DJ, только что, недавно, на днях, выпустила свой новейший и самый совершенный диджейский контроллер «Все в одном» под названием XDJ AZ. Посмотрел я, конечно, на что способна эта машина. Впечатляет, ребят. Ну и цена тоже. Давайте об этом поподробнее. Этот плохой мальчик. Четырехканальное устройство, которое создано для работы на любой клубной сцене. В нем есть функции, которые вы ожидаете от Альфа Тета. Полноразмерные джоки с экранным управлением, 4 деки, воспроизведение с одного USB источника и даже встроенный Wi-Fi для трансляции с битпорт. Да, и я уже упоминал, что у него цветной сенсорный экран диагональю 10,1 дюйма. Да, вы можете управлять всем прямо с экрана. И, конечно же, есть Sonic Link для беспроводного мониторинга. Микшерная секция XDJ AZ представляет собой мини-диджейскую кабину. В ваших руках, естественно, у вас есть все обычные инструменты, эффекты, эхо, пинг-понг, фленджер ролл и даже новый инструмент под названием Mobius, хотя на DJ 400, по-моему, уже есть. Я уже упоминал, что есть функция изменения частоты, которая позволяет применять эффекты только к определенным частям спектра. И секция микширования не менее впечатляющая. 4 канала, каждый со своим собственным регуляторами, изменениями цвета, регуляторами усиления, регуляторами обрезки. О чем вы еще могли мечтать? Кроме того, полноцветный сенсорный экран может отображать до 4 дек одновременно и до 13 дорожек одновременно. Вы также можете редактировать все настройки микшера, такие как кривые фейдера, выбор вводных сигналов, фону, линейный или Bluetooth, назначение кроссфейдеров и кнопку записи, чтобы записывать свои миксы прямо на USB или подключенное устройство. Однако из самых крутых дополнений появилось после того, как компания Alpha Theta выпустила свои первые в мире беспроводные наушники XDJ F10 с низкой задержкой звука. Особенностью XDJ AZ является протокол Sonic Link, который позволяет подключать наушники Alpha Theta XDJ F10 непосредственно к XDJ AZ, сколько букв, без использования передатчика. Итак, XDJ AZ оснащен выходами Master XLR, Master RCA, четвертьдюймовыми выходами TRS Booth, двумя микрофонными входами комби, джек и линейными входами фона на деках 3 и 4. Так что вы можете использовать его в качестве традиционного диджейского микшера. Он также оснащен портом Ethernet для подключения к другим CDJ, а также портом USB-C для управления Serato или Recordbox на вашем ноутбуке. Цена. Цена составляет 2799 фунтов стерлингов. Если вы хотите больше посмотреть об этом контроллере, ссылочка наверху. Ну что ж, давайте перейдем к другой новости. Французская акустическая компания Focal, известная своим высококачественным оборудованием для студийной и домашней аудиотехники, только что выпустила новую беспроводную акустическую систему Diva Utopia. Это совместный проект с другим британским брендом аудиосистем Naim, который призван стать идеальным решением для домашнего аудио и музыки. Diva Utopia отличается элегантным дизайном с плавающими панелями и сочетанием современных функций и классических динамиков. Вы можете подключить его к своим устройствам через Bluetooth, Google Cast Connectivity, Spotify, AirPlay и даже использовать с приложениями Focus и Naim. Он поддерживает технологию сверхширокополосного воспроизведения звука без потери на частоте 192 кГц 24 бита. Кроме того, он работает с Siri и Google Assistant. Что касается звука, то это трехполосный динамик с бирюзовым твиттером M-профиля, W-образными конусами и четырьмя 6,5-дюймовыми W-образными низкочастотными динамиками. Мощность каждого динамика составляет 400 Вт, распределенных между тремя различными усилителями класса AB для высоких, средних и басовых частот. Колонки Diva Utopia от Focus теперь доступны по цене всего 40 тысяч долларов каждая. Для ценителей, не знаю, хотите покупать.
Попал я такие колонки. Свен. Компания Ableton только что выпустила Move. Новый портативный инструмент в стиле Groovebox, разработанный для устройств для создания музыки и похожий на Groovebox. Он оснащен 32 клавишами с сенсорными накладками, секвенсором на 16 нот, а также встроенным динамиком и микрофоном для сэмплирования. Он отлично работает с Ableton Live, так что вы можете использовать его в качестве контроллера или перемещать проекты между двумя программами. Если вы привыкли к Push, то с помощью Move Chord Triggers вы можете чувствовать себя как дома. В Move есть 4 трека, каждый из которых может быть записан либо на ударной установке, либо на сэмплере, либо на инструменте. Сэмплировать можно с помощью встроенного микрофона или внешнего источника. Если вы хотите, вы можете записать основной вывод Move и перезаписать его в качестве сэмпла для настройки. Устройство поддерживает 1500 разных звуков и пресетов. Когда вы начинаете, каждый трек настроен на барабаны, бас-гитару, пэды и соло. Так что вы сможете быстро приступить к работе с новой идеей. Move предназначен скорее для предустановок, чем для создания звукового оформления. Но вы также сможете усилить звучание барабанов, чтобы создавать мелодии из звуков перкуссии. Многие звуки, включенные в Move, взяты из собственной базовой библиотеки Ableton. И в них есть 8 встроенных эффектов, таких как реверберация, дилей и насыщенность, так скажем, аккумулятора. Хватает на 4 часа работы, и вы заряжаете его с помощью кабеля USB-C. Наряду с Move Ableton выпускает Live 12.1. В этой новой версии появилась функция AutoShift, которая похожа на коррекцию высоты звука и гармонию, а также новый сэмплер ударных. Все это было доступно в предыдущем обновлении Live 12. Вы можете купить Move сейчас за 399 фунтов стерлингов. Ну и новость для ценителей дорогих колонок дома за 40 тысяч и любителей такой ламповой атмосферы у себя дома в сочетании с современными колонками и современным звуком любителей виниловых проигрывателей. Аудиотехника только что выпустила совершенно новый проигрыватель AT-LP8X. Он предназначен для меломанов и обладает всеми необходимыми функциями высокого класса. Двигатель с прямым приводом обеспечивает точность воспроизведения записей, и в нем нет режима DJ. Но зато есть новый классный алюминиевый Tanram J-образной формы, который автоматически поднимается и останавливается по окончании записи. Так что игла не изнашивается. Двигатель также был переработан, чтобы уменьшить шум и трепетание. В рамках нового выпуска аудиотехника также выпустила новый картридж AT-LT10. Он подключается к AT-VM95E и помогает снизить вибрации и помехи. Проигрыватель установлен на прочном цоколе из МДФ с антирезонансной пластиной из литого под давлением алюминия с резиновым покрытием и резиновым ковриком толщиной 2,5 мм. Все эти детали работают вместе, устраняя нежелательные шумы и вибрации, создавая отличное впечатление от прослушивания. Аппарат выполнен в стиле 60-х и 70-х годов, имеет матово-черную отделку и простые незаметные кнопки управления. На задней панели есть съемный кабель RCA и выход для подключения к вашему усилителю. Ну и наша любимая о цене. AT-LP8X стоит 859 фунтов стерлингов и доступен в продаже уже сейчас. Ну что, ребят, вот такие вот новости на сегодня. Коротко, ясно, по делу. Если хотите, подпишитесь, поставьте лайк, прокомментируйте даже, может быть, я не знаю. Ну а с вами был Андрей, вы на канале DJ's Gossip. До встречи.